Бальзам на душу, да? Да, согласен, абсолютно. Ну, коробка, в принципе, да. Поставляет что вот, надо. Вот, 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 понимаешь? Почему мы его не делали? Всем салют, народ, с вами опять я, Айк, и сегодня, как ни странно, так получилось, мне позвонил мой старый знакомый Миша, кстати, вот он. Привет. Он с вами поздоровался, и он мне сказал, что у них в магазине появился интересный кальян за недорого, и он хотел, чтобы я его посмотрел. Я приехал, в принципе, его посмотрел, и мы решили тут же на месте отснять обзор, потому что, как я понял, это редкий кальян достаточно в России, потому что делается он в Украине. Да, все верно, в городе Сумы. В городе Сумы. Там он делается. И вот, он сказал, что только у них пока есть наличие он. Да, все по всей верно. Москве. Да. Как я понял, в такой коробке он продается, и это уже его обновленная версия. Да, это обновленная версия. Первая версия его была кальяна Base. Представлен был на всеукраинском кальянном облаке в прошлом году в ноябре. Парни представили, выпустили модель, она всем понравилась. Они решили обновить и выпустили новую версию, это модель Эликсир. То есть она поставляется вот так в деревянной коробке, у них есть 4 цвета. То есть сейчас поподробнее расскажем, разберем. Я эликсир это, Айк, что это такое. Эликсир это прям как бальзам на душу, да? Да, согласен, абсолютно. Ну, коробка, в принципе, да. Поставляет что вот, надо. Вот, 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 понимаешь? Почему мы его не сделали? Так, та коробка оказалась пустой, на самом деле. Вот, здесь, в данном случае, это модель черри, то есть цвета вишня. Поставляется в такой коробке, все упаковано, лежит хорошо в ложементе, то есть во время транспортировки ничего никуда не отлетает, поэтому те, кто куда-то отправляет, заказывает, это порадует. То есть непосредственно в коробке лежит сам кальян, то есть вот, можешь посмотреть, то есть мне что нравится в этом кальяне, это подгонка деталей, дерево достаточно хорошо подогнано к нержавейке, то есть на самом деле, я считаю, это очень важный фактор, потому что деревянных кальянов на рынке много, но здесь все подогнано очень круто. Идет вот такой мундштук тоже с деревом. То есть он достаточно легкий, не тяжелый, не увесистый, как может показаться сначала, потому что сделан из нержавейки. Да, непосредственно сам штифт с диффузором. Блюдце. Так, да, там скручивается. И непосредственно коннекторы. То есть это порт съемный на притирке и переходник под шланг, коннектор. Так, сейчас распакуем. Так, это у нас пищевая нержавейка, правильно я понимаю? Да, 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 IC-304. То есть сейчас самая популярная, которая, да, самая производство идет. Дерево идет ясень, то есть у них есть 4 цвета, это конкретно цвет вишня, есть цвет Double Brown, на котором мы как раз, наверное, покурим. Сейчас все-таки попробуем. Ясень. Да, это все-таки ясень. Ну, да. Они встречаются еще дуб, но так как они разные кальяны изготавливают, но зачастую все равно идет ясень. А, кстати, помимо этого, они сейчас новую модель разрабатывают полностью из нержавейки, которую можно будет кастомизировать, менять средний вот этот отсек, получается, и уже. Я понял, да, удлинять или как-то укорачивать. Да, 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 но пока они не пустили это в серию. Так, это непосредственно коннектор. То есть все на притирках? Да, все на притирках. Угу. И клапан. Клапан продувки. Да. Там пулька. Да, да, вроде как, нет, вроде как нержавейка тоже есть. Нержавейка? Да, да, да. Все, то есть, по крайней мере, мы не видели, чтобы она окислялась. Подержи, пожалуйста, я просто за интерес посмотрю. Обычно просто пихают пульки. Я нержавейку мало где встречал, по-моему, вообще не встречал. Да или нет? Или да? Да. Слушай, по-моему, нержавейка на самом деле. То есть, по цвету, то есть, металлический такой цвет именно присущ нержавейке. То есть, мы не видели никаких окислов на ней, ничего. Ну, с виду он довольно практичный. Излишних изгибов нету, смотрится он стильно достаточно. Сколько он стоит? Розничная цена на рынке идет 12 тысяч рублей, то есть оптовые, там зависит от количества, но это все такой фактор, сугубо индивидуальный. То есть 12 тысяч рублей. Да. Ну, на самом деле, для региона это достаточно дорого. Ты должен понимать. Для региона, возможно, дорого, но на самом деле, если посмотреть альтернативы на рынке, то есть каждый сам выбирает себе кальян и оценивает его. То есть мне нравится то, что сделано с цельного куска основания, то есть это сложная работа, обрабатывали массивное основание, не какую-то трубку, на которую все подряд одевали. То есть много труда в это вложено, учитывая его коробку, то есть мало кто может на рынке предложить именно альтернативу по решению, по соотношению цена-качество. Ну, то есть, ну, каждый выбор делает сам, то есть, по моему мнению. Одни могут. Карма. А, Карма, да. Кстати, крутые тоже украинский производитель, вот тоже нам понравился. Что интересно, только вот украинцы делают действительно достойные деревянные кальяны. Да. Я заметил, русские не делают почему-то. Все нержа. Да, типа алюминий с нержой. Но дерево вообще, ну, мало встречается. Какие ты знаешь деревянные русские кальяны хорошие? РФ. Ну да. Не смеши мои мохнатые яйца. Ну, Япона неплохо делает свои кальяны, но у них свое решение. Прости, что ты сказал, оператор? С
Цена на РФ вообще заоблачная. Два раза дороже карма. Карма стоит 1009, там сколько она стоит? Ну да, около того она тоже стоит. Но у них линейка моделей богаче. Мне нравится то, что у них есть своя форма какая-то. Да. То есть это свой стиль. То есть другие кальяны делают в одном стиле, что-то пытаются пародировать, да, показывать. Есть, уникальность показывают, да, своим дизайном, это правильно. Здесь тоже, кстати, ну, вообще похоже на этот, как его называют? Вуд какой-то. Хардвуд или как? Не. Хардвуд. Ну вон, не похож. На Вук он не похож. Нет, он Хардвуд стоит. Ну как-то по-другому назывался кальян, я делал на него обзор. Я уже забыл, что это говно такое. Блин, это чуваки, вы... Как? Хардвуд. Ну у них есть разные линейки. Ну да, там какая-то линейка была, там какой-то кальян такой. Ну прям, знаешь, вот не то что дешево, вот даже... Вот стыдно, короче, что пацаны мои купили эту херню. Я даже сказал, продайте, я не знаю, выкиньте это говно. То есть, по моему мнению, то есть по соотношению цена-качество, кальян очень крутой. Помимо этого, реализовали продувку, то есть у некоторых производителей этого нет. Кстати, нету. Да, вот это я заценил. Это то, о чем я пытался, например, вот эту шейпсу объяснить, знаешь, в течение полугода. Максим, если ты смотришь, вот обрати внимание, как это нужно было сделать. Что это за материал? Это полиацеталь, то есть, ну, один из видов, так скажем, капролона, пластика, который туда впрессован. Он не выкручивается, никуда не болтается. За счет направления воздуха идет естественная циркуляция воздуха в колбе, то есть не остается вот этой горечи. Помимо этого он хорошо продувается. Этот кусок подобрать. Пластика нужен для того, чтобы, короче говоря, и проще говоря, твоя колба продувалась быстро и полностью. Да. Вот и все. Всего лишь-то. И решение. Вот, Максим. Я тебе вот прям супер близко покажу. И Антоха прям с двух кадров, со всех ракурсов покажите, чтобы все увидели. Так гениально, просто можно решить эту проблему. Но вообще, смотрится он неплохо. Как я понимаю, за эту цену идет в комплекте только шахта, мундштук и да, все. Да, непосредственно, да, все по сути. То есть остается это силикон, колба. Шланг, да. То есть, ну, это зависит, конечно, от того, кто... Продает. То есть мы комплектуем силиконом, поэтому у нас в цене идет силикон, естественно. Я понял, короче, 12 тысяч рублей за шахту, мундштук и силикон. Да. Все верно. Колба, чашка, все остается. Колба отдельно. Чашка, ну, да, отдельно, да. Ну, соответственно. Для курения. Я понял. Ну, в принципе, если сравнивать с другими деревянными кальянами, то конкурибельно. Можно попробовать, да, интересно. Давай попробуем. Давай покурим, да, очень интересно на нем покурить. Хорошо. Так что давайте зальем. Что ты там предлагал покурить? Ты хочешь курить крашеную Вирджинию? С китайскими аромками и глицерином, фасованную в Нижнем Новгороде, которую продают за 1800 рублей. Хотя ну, стоит если должна... оценивать так, как ты сказал, то, наверное, нет. Но... Что в итоге курим-то? Давай покурим его. Давай, я хочу его покурить. Давай его зальем. Я его, кстати, оценю реально адекватно. Стараюсь. Чтобы не был. Ты предвзят. Ты, вот ты, смотри, подожди, еще предвзят. Да, да, я почему тормознул. Угу. Что ж ты за человек такой? Вообще, честно, ты всю съемку испортил, испоганил. Антоха, давай, выключай эту камеру, убирайте свет. Расходимся, пацан. Давай попробуем. Вы уже поставили, да? Ну, мы будем курить на том же кальяне, просто другого цвета. Да, я думаю, это вам... как раз цвет Double Brown, то есть черный. Ну, я думаю, вам не принципиально, да, ребятки? На чем мы будем курить? Моделька та же. Что? Там два мужичка лежит. Ну, не, я забивал, парни забили, мы их как бы не стали там стеснять камеры у них в комнате. Ну, поэтому, это... да, сегодня без забивки, извините. Да, давай. Давай. Сегодня без забивочки. Вы уж простите, подписчики, сегодня вот так вот. Смотри, какой нагрет. Парит. Вот, кстати, помните, я вам говорил про охерительную чашку Smoke Club? Вот, они сделали новую модельку, кстати, посмотрите, она просто в дизайне, как я понял, изменилась, да? Да, модель и обжиг называется. Да, это молочный обжиг, плюс у нее фактура. То есть нам показалось, что это похоже на кратеры Луны, чего-то такого, и решили выбрать название Moon. То есть там есть как фанала, так и эвилы в линейке. Я понял. Отличная чашка. Вот предыдущая вообще кайф. Я спасибо, думаю, это такая спасибо. Же. Да. То есть на самом деле много людей оценили. Что, давай попробуем. Сейчас, погоди. Давай, сделай. Без проблем. Ну, достаточно неплохой вкус, на самом деле. А это вкус чего? Фихуа. Фихуа? Угу. Интересно. То есть то, что в последнее время выпускали какие-то десертные вкусы, то есть я не знаю, почему на массового потребителя не захотели выпускать фрукты какие-то, но фихуа достаточно, ну, неплохо играет. Я вообще пробовал фихуа, я знаю, как она выглядит, но я его не пробовал даже никогда. А это какая линейка? Soft? Слушай, soft. Я даже не посмотрел. Soft, да, soft, по-моему. Это у них средняя, да, типа крепость?
Ну да, что-то такое. Более мягенькая. Да, более мягенькая, нарезочка другая. Затяжная тишина. Вот скажи честно, когда ты Dark Side куришь, ты, может, просто мне кажется, я поэтому не очень его долюбливаю. Я вот серьезно просто не понимаю, вы эту сладость легкую не ощущаете, когда его курите? Даже вот свежие вкусы, когда вы курите. Ну, не все почти сладкие. Ну вот она. У них есть послевкусие. Он как будто на глицерине настолько, понимаешь, он поэтому такой дымный, я тебе отвечаю, дружище. И вот несоответствие вкусов в партиях тоже вот, ну, это странно. Нет, это есть как-то. Крепости, плавает, вкусов, но... нарезки, самого сырья. Такое ощущение, что как бы он где находит, оттуда и берет. И просто одинаково фасует, мне кажется, понимаешь? Но вот я курю, и вот намного можно лучше сделать этот фрукт, я считаю. Вкус больше сладкий, нежели сам вкус фрукта, я уверен. Если я покушаю фихуа вот сейчас, да, мне кажется, мне опять же кажется, я не могу со 100% уверенностью утверждать, мне кажется, это совершенно другой вкус почему-то. Потому что здесь это просто сладкий вкус, просто он сладкий. Сладкий с легкой такой кислинкой на послевкусии. Опять же, знаешь, такое ощущение, что вот глицерин обволакивает горло. Короче, я не знаю, может, я как-то воспринимаю какой-то компонент из этого табака ненормально, и только мне кажется, что это говнище лютое. А может, как бы я ошибаюсь. Ну, у каждого свое субъективное мнение есть. То есть я считаю также, что у них вкусы постоянно плавают, то есть меняется где-то что-то. Но тем не менее нельзя как бы отрицать о том, что табак достаточно популярный, то есть давай мнение людей. Все. Забьем на эту тему, и мы давай поговорим о нужном, о важном. Итак. Начнем с продувки. Там все сделано для того, чтобы эта колба продувалась. Да. Продулась? Полностью, да. С одной продувки, полной. Да. Отлично. Насчет тяги. Суть в том, что диффузор там есть, он регулируется, он съемный, вы можете его снять, можете прикрыть обратно. Но даже с диффузором, либо он перелит, я не знаю, но бульканье при этом присутствует. И, если честно, мне это больше нравится. Ну, для любителей именно бульканья, какого-то классического звука, возможно, даже тяги, если налить чуть больше. Мне понравилось так, что, также, что у вас блюдце необычное, знаешь, как у всех. Вот. Да. Есть отличный кальян DSH Hook. Да, слышал. Отличный кальян, действительно, он мне понравился. Он полностью сделан из нержавейки, но он курится очень плавно. Почему-то, я не знаю почему, но он курится прям круто. И вот это у них вот ублюдца, знаешь, вот портит очень сильно кальян. Но в этом случае это исключение. Мне нравится то, что она, допустим, неровная, а вот волнами изгибая. Ну, это смотрится куда приятнее, нежели просто обычное такое. Да. Это смотрится дешево, а это смотрится куда круче. Давай, короче, пройдемся по продувочке именно клапана. Вполне как у CVP. Примерно технология та же, я да, как понимаю, да? Да-да-да. Примерно то же самое. Надо отметить также, что все эти клапаны у них на притирках, все стоит четко, отлично, ну, никаких там сифонов я не вижу. Вроде все неплохо, правда, нужно отметить один очень важный минус для дерева. И покажем, что все-таки у ясеня. Да, ясень. Яйца чуть-чуть мягче, чем у дуба. Прям мальца. И вот у нас здесь появился небольшой скол. Вы его используете 2 месяца. Да, 2 месяца. Каждый день. Это один из самых популярных кальянов на данный момент. Ты что думаешь, оператор? Курица. Что думаешь? Потяги. Что интересно, курица тоже прикольная там. Неплохо, да? Бульканье есть. Тяга не очень затруднена, но при этом бульканье остается. Прикольно. Вот мне что-то напомнило неправильно. Не тереби пакетик. Мне не понравится больше. Какой-то вот табачный лист вот ложь. Слушай, мне кажется, там какой-то травянистый послевкусие есть. Да. Напоминает Мэри Джейн. То есть я сейчас, когда забивал, то есть я с контейнером специально сравнил, открыл контейнер, чтобы посмотреть. То есть показалось мне или нет. На самом деле легкие травянистые нотки там присутствуют во вкусе. Пацаны просекли тему, как, короче, завоевать мое доверие. А, кстати, по поводу чашки, то, что ты говоришь, что у тебя была, по время спрашиваешь обжига, все рекомендации какие-то дашь. Обратную связь. В том-то и дело, что не дам. Я на ней курил Earl Grey с лимоном. Бля, так она раскрывала эту терпкость круто. На самом деле, вот ваши чашки, это вот... на самом деле... Вот, ваше имя, да, чашки. Ну да, ну да. Smoke Club вообще сильные ребята. Ну, кстати, если что, они открыли здесь. Имейте в виду, в Москве улица какая? 4-я Тверская, Мская, дом 7. То есть открыли магазин, скоро открываем кальянную. А, да, кстати, да, это тоже будет прикольно. Очень часто, все чаще и чаще встречаю такие коллаборации своего рода, да, магазина и кальянные одного бренда. Прикольно, вы можете прийти, покурить и, в принципе, затариться, что, да, что понравилось. Я считаю, что самое крутое в этой теме то, что человек может попробовать то, что приобретает. Да.
И вот я об этом и говорю, ты можешь покурить. И наоборот, то есть человек действительно пробует, он не покупает какого-то там кота в мешке, он действительно берет то, что ему надо, то, что ему нужно. В общем и целом, я думаю, такой кальян в коллекции, если у тебя есть кальянная, можно поиметь. А если ты собираешься его покупать домой, то у вас же можно его прийти пощупать, да, потрогать, да, посмотреть. Конечно. А попробовать если еще можно будет, если, допустим, кто-то курит? Без проблем вообще. Ну вообще отлично. Даже не то, что даже кто-то курит. Можно просто, если человек сомневается в этом. То есть мы забьем кальян, он попробует. То есть неважно, он купит в данном случае или не купит, он даст нам обратную связь. Угу. И помимо этого сам примет для себя решение. То есть никаких проблем в этом нет. Я понял. А вот, допустим, если скол появляется, вы там какую-то гарантию даете на это или нет? Да, обязательно. То Конечно. Есть мы на всю продукцию абсолютно даем гарантию. То есть мы дистрибьюторы много чего и обязательно на контакте с производителем. Если что-то возникает, это важно для улучшение кальянного рынка. Если будет обратная связь, все будут работать над своими ошибками, мы увидим множество кальянов, которые дорастут до того уровня, который хотелось бы видеть. Ну, да. То есть, а без обратной связи какой смысл? Согласен. Ну, в общем и целом, ребятка, В общем и целом, ребятки, вам всем большое спасибо за просмотр. С вами был Михаил сегодня. И опять же, я Айк. Подписываемся на канал на YouTube, вступаем в группу ВКонтакте. Ищем ребят, если нужно, захаживаем к ним в гости, пробуем то, что хотите купить в кальянной. Она, правда, пока не доделана, но я думаю, месяц-другой и будет возможно. Да. В середине декабря уже планируем. Я думаю, еще в гости заедем с Антошкой, порубаем там во что-нибудь. Ждем, без проблем. Будет прикольно, да. Ну, поздравляю вас с наступающим, ребятки, и надеюсь, что этот Новый год вы проведете так, что будете помнить его на 2 января. Только так и нужно. Да, проведите его с семьей, а потом с друзьями. Все. Всем. Ты что, угораешь? Я сейчас уйду отсюда. Всем пока, ребятки. Ну и, дорогие друзья, давайте не оставим вас без внимания. По той же схеме, кстати, вы оставляете комментарий на YouTube обязательно, если хотите участвовать, конечно, в конкурсе. ВКонтакте мы розыгрыш не проводим. Мы разыгрываем для тебя один тотем. Правильно? Правильно, в сборе. Это в сборе. Это с колбой, с чашкой, со шлангом, с муштуком, со всем добром. Да. И может быть, если вы себя будете хорошо вести, вы получите не только это. Ну и, конечно же, те, кто почти добрались до цели, им 5 чипсов тоже разыграем фирменных. Да, 5 чипсов Блейдхука разыграем. Блейдхука, 5 чипсов для вас и один тотем. Что от вас требуется? Это подписаться, во-первых, к нам на канал, следить за нами и оставить обязательно комментарий. Но если ты будешь оставлять по 2-3 комментария, мы это найдем, и мы тебя спалим, и ты не выиграешь этот кальян. Поэтому нужно оставить всего один комментарий, неважно какой, абсолютно. Просто посредством этого мы потом одного из вас выберем победителем вот этого кальяна, и 5 человек мы отберем для щипцов. Да. Итоги конкурса будут проведены 20 декабря, поэтому оставляйте свои комментарии и ждите 21 числа. Как я понимаю, 21 уже... 21 все опубликуем. Да, все опубликуем, и уже узнаете, кто из вас оказался счастливчиком. Еще раз вам всем большое спасибо, и спасибо, Миша, за этот кальян. Это от вас, от них вам, от него, от них, от вас вам. Поэтому, ребятки, ждем.